стартовал этот мониторинг благодаря активной жительнице города-курорта Анапа. Она обратилась в наш адрес и подняла проблему, связанную с заключением, вернее, проблему заключения полисов ОСАГО. По заявлению нашей активистки, мы установили, что она обращалась в несколько офисов страховых компаний, и везде ей было отказано. Под предлогом надуманным достаточно. Отсутствие полиса, большая очередность на получение полиса. Но везде ей предлагали заключить договор, допустим, дополнительного страхования жизни, дополнительного страхования здоровья и так далее. Сумма этих договоров варьировалась от 1000 до 5000 рублей. В результате девушка не получила возможности в день своего обращения застраховать свой автомобиль. Активисты ОНФ проверили этот сигнал и поняли, что проблема действительно существует. В ходе мониторинга было проверено 14 муниципальных образований края. По итогам выяснилось, что 80% крупных страховых компаний навязывают доп. Услуги. Причем сумма услуг варьируется от 1 до 10 тысяч рублей. И только 20% компаний отработали честно. Мониторинг будет продолжаться, и по результатам уже этого мониторинга мы направили документы в прокуратуру с приложением всех наших изысканий в этом направлении по каждой страховой компании-нарушительнице. Мы надеемся, что, как и в прошлом году, вот такие нарушения законодательства схлынут, по крайней мере. Но мы уже не так наивны, чтобы полагать, что это закроет проблему навсегда. Поэтому мониторинги будут продолжаться, конечно.